Вот опять в лесу. Сегодня времени в обрез. Поехал поближе на Конскую дорогу. Это я в начале лета здесь был. Пока ехал, одни расстройства. Какая-то гнида всю дорогу перерыла и ямки за собой не закапывала. Прямо вот расстройство сплошное. Как можно за собой не закопать? Тем более, ладно, там в обочине там еще, ну и то. А на самой дороге-то это в первую очередь неуважение и к себе, и к людям. Кто-то еще ездит на машинах, на велосипедах. Так, ну ладно, хватит болтать. Будем искать. Сейчас что попадется, покажу. Осколок подковки. Пока ничего не было больше. Там все мусор. Подковка еще половинка. Зато с гвоздями, с хорошими, целые гвозди. Гвозди нам нужны такие. От вил еще попалось. Так, ножик еще один. Ну вот, зелененький кружочек, как говорят. Что-то нашел. Не могу разглядеть пока что. Грязное. Так, что это у нас? Александр II, что ли, или что? Вроде А. А тут копейка. Тысяча 1866. Надо воду с собой брать. Да, 1866 копейка. Первая моя монета дореволюционная. Да, вроде А, вензель Александр II, что ли. Или кто там у них, я еще толком-то не разбираюсь. Вот это ништяк. Ай да я, да? Ай да молодец. Зачет. Вообще на этой дороге у меня первая монетка. Там пара десятчиков современных было, 10 копеечных, но это как бы не считается. То есть даже советских тут не было. И сразу царская. Хорошо, хорошо. Вечереет опять. Сегодня я поздно. У меня пару часиков. Времени мало, поэтому сюда и поехал.
Ну, как видно, не зря. Не зря. Как говорят, все, что не делается, все к лучшему. Все. Сейчас к сумеркам. Ну, еще полчасика сейчас пройдусь. И это, домой собираться. Осколок от чего-то звенит так хорошо. Фольгу отдает. А так, радиус у него такой изогнутый, как колокольчик может какой-то от сломанный или еще что-нибудь. Заберем, посмотрим, что такое. Может быть, определим. Еще одна рядом такая же фигнюшка. Может, это за что-то не гнется. От подковы передняя часть. Ну все, поеду я домой. Больше ничего не попалось, а времени уже нету. Ну, гвозди показывать не буду. Всю кучу. Сейчас монетку. Сейчас помою, добавлю фотографию. Засниму, чтобы получше видно было. Ну ладно, все.